Так, чё, короче, запишу видосик, блин, тут стрим что-то уже второй, третий, четвертый, там, короче, где-то целую неделю не получается записать. Ай, хрен с этим, уже я утром позвоню провайдеру, узнаю, что да как. Короче, испытание ведьмы, здесь, короче, сет черного ореола, блин. Черный ореол. Срез скорости, туда-сюда и туда-сюда. Ну, в общем, такие себе вот. А, нет, это не сет. Это бижа, вот, да, это бижа, черный ореол, короче. Ну, забавненько. Так, чё, в стиралку я уже сходил, там я уже все скупил в скидках. Окей, значит, крутилка голды купонов. Значит, ладно, соберу сейчас все по-быстренькому и выложу это все прямо сейчас. Работаем оперативно. Так, ну, короче, пока буду решать, короче, вопросы с этим вот, с этим провайдером. Единственный выход для меня это, блин, реально сидеть, записывать видосики, потом вот это, если что, сидеть, резать их, редактировать. Короче, работы много. О-о-о-о! Чё, всё? Ну ладно. Так. Значит, ну чё, в принципе, да, мало ивентов. Ладно, когда там они заканчиваются? 8 числа. Через 5 дней, окей. Значит, как обычно, ждем пару дней и все. Короче, да, короткий видосик получился. То, что ивентов мало, нечего тут смотреть, по сути. В общем, такое вот. Короче, чё, до новых встреч. Пока-пока.